Тан-та-дан. О, всем привет! Вы на канале Ева и Белла В. Я хотела вас спросить, а почему вы не подписываетесь? Если вы не будете подписываться, вы знаете, вы не попадете на мой канал. Либо мы его для вас заблокируем, кто не подписывается, либо просто я обижусь. Ставьте скорее лайки и подписывайтесь на мой канал. Ну а мы поехали. Сегодня наше чтение. Видите, у меня красивая маечка, это как все мое красивое. Хвостик. Ладно, мы начнем сегодня читать. Сегодня у нас стихотворение, ну, нам задали в школе читать его не наизусть, а выразительно читать. У меня одноклассники его читали просто ужасно. Я вам сегодня, я его прочитаю очень красиво. Называется все-таки «Е. Трутнева. Эхо». Ну что, начнем? За рекой, то тут, то там, кто-то бродит по кустам. Эхо, эхо, это ты? Отвечает эхо, ты. С чем ты ходишь, там простой? Эхо мне в ответ, пустой. Выйди, я хоть погляжу, отвечает, погожу. Я пойду, а ты сиди, эхо мне в ответ, иди. Перееду за реку, эхо мне в ответ, ку-ку. И найду тебя в кустах, отвечает эхо, ах. От меня не убежишь, отвечает эхо. Вот такое стихотворение. Что вам? Ну вот я читала сейчас выразительно, его наизусть не надо учить. И напишите в комментариях, кому что нравилось, как я читала. Мне кажется, вот этот второй кусочек, с чем ты ходишь, ну немножко некрасиво. Ладно, а мы следующий стишок будем. Нам задали 116-119. Ну а мы поехали. Кстати, на странице 118 загадка для вас. Загадки. Живет без тела, говорит без языка. Кто это? Угадайте, напишите в комментариях. Ладно, подскажу. Это эхо. Никто его не видит. Это вторая же. Никто его не видит, а всякий слышит. Ладно, вот подскажу вам. Видите, наверху эхо написано в скобочках. Вот где тут. А, вот. Вот эхо. Просто надо довольно перевернуть клишку. А если это охэ получается, только э в другую сторону. Ну, ладно. И Шевчук. Это уже другое написал. Тоже про эхо, но другой автор написал. Называется «Лениво эхо». Я эхо целый час зову, а эхо все и нету. То там, то здесь кричу «Ау!» и снова без ответа. Кричал я, кричал в дупло, кричал в траву. Вдруг эхо из-за тучи, как гаркнет. Ну, ау, ау, какой ты доставучий. Вот такое стихотворение. Что вам... Кстати, вот вопрос вам, три вопроса. Какое это стихотворение, веселое или грустное? Почему поэт так озаглавил стихотворение? Объясни. Вы напишите в комментариях, почему же все-таки я заглавил. Я вам не буду помогать. Ладно, другие вопросы не буду читать. Следующее стихотворение. Кэт Чуковский. Ну, как это его? Корни Чуковский, да. Загадка. Я лаю со всякой собакой. Я вою со всякой совою. И каждую песню твою я вместе с тобою пою. Когда же вдали парохода... Пароход быком на реке заревет. Я тоже реву. Вот такое стихотворение. Ну, то есть не стихотворение, а такая, так я еще раз его прочту. Я лаю со всякой собакой, я вою со всякой совою. И каждую песню твою я вместе с тобою спою. Когда же вдали пароход быком на реке заревет. Я тоже реву. Ну, ладно, вот еще раз я прочитала. Первый вопрос. О чем говорится в загадке? Докажи. Ну, я вам помогу здесь в этом вопросе. В этом вопросе так, говорится, что вот это загадка. Например, я лаю. Нам подсказали. Это собака. Я вою. Со всякой совою. Совою. Ну, значит, тут нужно объяснить, кто это. И лает, и воет. Ну, и как пароход гудит,
И это же, вы догадались, кто это? Эхо. А почему эхо? А здесь мальчик нарисован. А почему это не мальчик? Нас обманули. А эхо, потому что оно и собакой может издаваться, и совой. Ну, мы тоже можем. У-у. Сова может быть. Собакой можно издавать. Но быком на реке зарет, пароходом мы не можем быть. У, ну как это? У, только сову можем сделать, когда. И поэтому это эхо. Только в жизни эхо может все повторить. Даже, ну, когда щелчок камеры, он не может повторить. Ну, а все остальное, что громко гудит, он может повторить. Но также, если вам нравятся мои видео про чтение, например, клоун нравится, пирог, ну, как-то каравай нравится, как я на пианино играю. Ну, все видео мои, потому что мы сняли канал, потому что нам очень нравится, потому что у всех есть, а у нас нету. Если вы заметили, что у нас в некоторых видео есть Ева Шоу, то мы просто переименили свой канал. Это ничего страшного. Ну а следующее видео, я вам напомню, будет про рыбку. А также ставьте лайки, если вам нравится, смотрите про книжку мои другие, ну, каждая, которая, вот мама моя выкладывает с компьютера для вас, чтобы вы смотрели, чтобы для вас нравилось. Вы каждый день, когда она выложилась, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и смотрите это. Ну а мы, ставьте лайки еще раз, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока! Я буду для вас очень много читать. Ну а следующее видео, я напомню, про рыбку.